Окружные соревнования по подводной робототехнике проводятся на базе Севастопольского государственного университета уже третий год. По сути, они являются межрегиональными. Но в этот раз из-за сложности с логистикой в них приняли участие только севастопольские команды. Но самих ребят это не расстроило. Возможность испытать свои подводные аппараты в деле в специальном бассейне никогда не бывает лишней и поможет усовершенствовать их работу. Ключевая задача – быстрее соперников пройти маршрут, аккуратно огибая заранее размещенные под водой предметы, и поднять их со дна с помощью манипуляторов. То есть речь идет о том, что ребята либо же решают подсчет рыб, находящихся в акватории, для того, чтобы можно было вести какой-то мониторинг и анализ, либо же они обследуют, находят какие-то, скажем так, продукты техногенного характера и должны их поднять со дна. Вот, то есть в принципе, ежегодно тематику этих соревнований, содержательную часть легенды, ее затачивают на ту или иную экологическую проблему. Все, что видит камера аппаратов, передается на поверхность. Оценивать результаты судьям помогают и промышленные роботы, которые снимают происходящее под водой. Соревнования проводятся в нескольких категориях по возрасту и типу роботов. Если более младшие ребята работают с готовым программным обеспечением, настраивая его под необходимые задачи, то старшеклассники и студенты пишут его сами. Отличаются и типы устройств. Телеметрическими, которые опускают и достают из воды с помощью троса, управляют с помощью геймпада. А автономные после запуска действуют полностью самостоятельно. У нас представлено несколько категорий. Это категория так называемый рейнджер. Здесь соревнуются взрослые ребята, это школьники старших классов и студенты. Вот в частности студенческая команда Севастопольского университета. Далее есть категория автономных необитаемых подводных аппаратов. Это категория для школьников 6-7 классов в первую очередь. И есть категория еще навигатор. Это телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. Тоже категория для школьников обучающихся. Команда СевГУ недавно выступала со своим подводным роботом на всероссийских соревнованиях в Астрахани. Их устройство смотрового класса с модулем стереозрения вошло в топ-1000 перспективных студенческих стартапов, уже заинтересовавших потенциальных инвесторов. С помощью такого модуля можем получать некоторые параметры обсматриваемых объектов. То есть их длину, ширину, расстояние до них. Достаточно специфичная область. То есть зачастую могут возникнуть проблемы с герметичностью некоторых элементов. Если вода попадает, то это вызывает большие проблемы. Потом приходится ночами не спать и чиниться перед соревнованиями. Это подводный робот. Он имеет два вертикальных двигателя и два горизонтальных двигателя. Он имеет две камеры, имеет сверху желтую фанеру, которая дает роботу всплывать. На робота можно нацеплять какие-либо манипуляторы. Чаще всего это спереди. Одна камера смотрит вперед, а другая спереди, рядом же с ней вниз. И камеры пытаются различать свет. Следующим этапом для ребят станут всероссийские соревнования во Владивостоке и Иннополисе, которые пройдут в мае-июне этого года. Полина Галушко, Юрий Риутин, Севинформбюро.